Как вот отличить действительно человека, который поможет выйти из кризиса, и просто человека, который пользуется ситуацией? Нужно смотреть на качество. А человек, которому стоит доверять, он должен быть бескорыстен. А тот, кто корыстен, как ему можно доверять? Неважно, какой человек информацией владеет. Суть не в информации, суть в мотивах человека. Если мотивы чистые, можно доверять. Если мотивы нечистые, а это наблюдаемая вещь, как доверять? Даже если человек владеет знанием, он будет использовать знания, чтобы манипулировать другими. Таким людям нельзя доверять. Поэтому нужно наблюдать качество человека.